Можно тебе сесть на такой стул. Да, да. Вот здесь прям прилично. А блинчики... Давай, чтобы вот этой не было. Ну, чего? Перемычки. Вот тут. Сюда? Давай. Давай. Вот сюда. Вот сюда мы сядем. Давай сейчас сначала меню почитаем. А? Меню почитаем. Давай. А вот можешь сесть, спинку себе так сделать. Такая кафешка. Ой. Тут и открытая веранда. На солнышке. Тут зонтики есть. Здесь чистенько все. О, у них тут спуск. Там да? Кухня, может? Они же где-то готовят, кухня где-то. Такая вода прям бирюзовая. Блин, вещей куча. Что? Вещей у нас, говорю, ужас. Ты бы на пол хоть положил, куда их, эти пляжные вещи здесь надо. Здесь к пляжу спуск прям. Можно покупаться, подняться. Прям все рядом. Здесь обустроенные. Зонтики, шезлонги, лежаки. Что, меню принесли? Ага. Кафе как называется? Дель Маре. Дель Маре. Блюдо на огне, шашлык из свинины. А мы за сколько? Мы шашлык... Ну, такой же ели. Мы 200 грамм, а цена какая была? 500 рублей было. А? 500 рублей, вот как раз. Ага. Немножко крымская. Свиная корейка на кости. Тоже 250 за 100 грамм. Тут-то все за 100 грамм. Ну, оно везде так. Холодные закуски. Салат. Селедка под водку. 340. Салаты овощной по-домашнему. Заправка на выбор. Майонез или масло. Греческий капризе, салат Цезарь. Теплый теленок. Аджаб сандал. Что-то знакомое, аджаб сандал. Овощи. Это мы не там кушали? Кто захочет, прочитает, остановит. Давай посмотрим дальше. Горячие закуски. Лупаны. Вот лютарапаны, мидии. Ты же хотела? Угу. Мидии в створках, вам, пожалуйста. Я хотела прям это какие-то, как вот, что-то из морепродуктов. Так, горячие блюда из мяса и птицы. Стейк свиной в беконе, стейк из телятины. Стейк это типа как медальон вот этот? Ну, а, да, ну да. Вот медальон. Нет, медальон, а стейк? Ну это просто разные части туши. Шипящая сковородка свиная. Что-то мы уже сковородку кушали. Нет, я не хочу жареную, вообще не хочу. Не, вот стейк, блин, за 100... За 100 грамм, Володя. А что 50 тире? Сливочный соус. А. Это стейк, 100 грамм стейка и 50 сливочных. Ну, 620 это за все? Ну, за 100 грамм. Ё-моё. Поэтому, если ты возьмешь стейк, у тебя он обойдется в 2500. Офигеть цены. Так, я, наверное, вот что-то вот мидии с овощами и в сливочном соусе. Наверное. Слушай, цены, конечно, тут хорошие. Ну, честно сказать, особо ничего такого вкусного не вижу. Ну, мне тогда овсяную кашу. Две порции. Мне два кетчупа и все. Слушай, да даже овсяная каша 250 рублей. Да, не говори. Офигеть. Да, ну, хотели в красивом месте, пожалуйста. Вот из рыбы еще. Ну, все это опять жареное, вот это вот, я не хочу. Барабулька жареная, дуэт судака с лососем, семга с грушей. На подушке из рукава. Руколы. Это так себе, это ерунда. Блины. О, слушай, вот блины я люблю. С домашним вареньем, блины с фруктами, блины с телятиной. Два блина с телятиной 450 рублей.
блины с лососем малосольным. 570. Я офигею. Блины с домашним вареньем. 3 штуки. 300 рублей. Блин, я скажу, тут все дорого прям. Ну, честно сказать, так, очень. Коктейли. Где шоколадный? Шоколадный. 320 рублей. А там 200 рублей, 200. Да? Где мы по набережной ходим. Так, ну что, ты будешь что? Первое, что тут есть? А, вот они. Борщ. 400 рублей. А там сколько мы не помню. Брали? 300, по-моему. Ну, что-то, наверное. Ну, дороже все. Гренка, сало, лук ялтинский. А что сало, а не мясо? Окрошка, кефир, квас, крем, суп, шампиньон. А это нету горохового супа. Солянка по-домашнему. Что-то солянки, наверное, нету, да? Наверное. Давай борщ уже, как обычно. Возьми что-нибудь другое, что ты борщ везде этот ешь-то. Господи, ну а что, окрошку? Не кушать. Второе что-нибудь возьми, нет? Второе? Да. Второе что, вот это? Я не знаю. Ну ты говоришь, стейк выйдет, ну, да, это очень будет. Вообще дорого. Что, зову? Ну так, определись, я хочу что-то. Да. Ну, я думала, смотри, думала, борщ ты возьмешь. Я вот эти миди с овощами в сливочном соусе. И улов дня вот этот вот, он на огне будет, типа как, ну вот. Ну, сухой будет, что ли? Ну, наверное. Ну как, вот на огне жарят. Хлеб что, лаваш? Ну, возьми половинку лаваша, что-то целый-то, куда его туда. А блины? Хочешь, бери блины. Ну, я вот это жареное на двоих, я одна это есть не буду. Ну, надо позвать и спросить, что это за улов дня, как он выглядит. Хорошо, будет. Давай. А потом по коктейлю там выпьем. Угу. Куда он ушел? Через дорогу пошел. Я хотела какой-нибудь салат с морепродуктами, что-то с местными какими-то. А нет, что-то, ничего такого нет. Я так и не попробую это. Я не даю добро, чтобы я на видео. А, ну да. Вот так вот. В сторону там море снимай, Вал. Скажите, пожалуйста, а вот здесь вот улов дня, это что-то улов есть? Улов дня сегодня нет. Сегодня. Нету? Нет. Так, борщ. Мидии с овощами в сливочном соусе. Так, ну что, тогда давай что-нибудь из вот этого, что ли, жареное, что-то там. А форель радужная, она большая? Форель радужная, она большая? Вообще, как это? Ну, по-разному бывает. Какого она размера? Средний 300-350 грамм. Так, ну ладно, что ты тогда хотел еще, не знаю. Так, ну, хлеб большой там. Лепешка могла. Половинку или целую? Она не, большая, нет? Ну, вот это для двоих нормально. Да я не ем. Она не ест, просто мне много. Половинка не бывает? Ну ладно, одна штука. Ну давай лепешку. Это лаваш или лепешка? Лепешка. Лепешка. А это блины там было с творогом, со сгущенкой есть, да? Ну тогда что? Ну смотри, блины. Как хочешь. Я просто хотела что-то такое вот. Этой рыбы нету, да, этой? Ну улов дня нет. Рыбы есть. Ну улов дня нету. Улов дня, кстати. Ладно, пока это. Пока что, да? Ну пока, вот все, пока. Ага, спасибо. И что-нибудь желаете? Я выпить? Нет. Что-то ждать, когда борщ готовят. Володь, ну а ты как хотел? Это тебе что, готовые блюда уже съесть? Они же готовят. Это в столовую сразу заходишь, ну, там. Сразу тебе налили и все. А так, у них, конечно, основа приготовлена, все, но остальное сейчас быстренько варят. Люда никак не налюбуется на воду. Не, ну правда, так красиво. Вид такой с кафе. Конечно, обалденно. Я имею в виду, сама вода такая прозрачная и голубая. Смотри вообще. Да, вообще сегодня вода вообще прозрачная. А? Говорю, сегодня прям вообще прозрачная. Uh-huh.
под водой снимал рыбки, прям хорошо видно. Вот это лепешка. Ну вот, дельфины. А? Спасибо. Подошел мой борщичок со сметанкой, с лучком и сальцем. Сальце. Слушай, а тут такая с борщом хлеб-то шел. И куда мне вот эти лепешки все? Ну, с собой заберем. Нет, ну а что, дома хлеб не буду покупать. Вкусный, наверное. Ой, Володя, покушай, обалденно, горячее. Просто горячее? Взять в руки нельзя. Ух ты, только с печки. Ага. Кафешка дороговатая, конечно, сейчас посмотрим, насколько борщичок вкусный. Я любитель борщичка. Слушай, лепешку можно просто так кушать. Да, вкусная вообще. Вкусная, да. Кушай. Я быстро же ем. Я говорю, кафешка дорогая. Ну, конечно, у них тут тоже все и само кафе ухоженное такое. Вид очень презентабельный. Все чистое, все приборы чистые. Диванчики. Смотри. С подушечками. Я говорю, Володь, все приборчики чистые. Приборы чистые. Не вот то, мы, что мы там были вчера. Где мы кушали недавно? Вчера в этом. В Партените. Да. В Партенит ездили. Там вот эти, здесь же тоже на улице. Там администратор сказал, что типа у них столики на улице, ну, как под навесом были. Они все замызганные. Тут вот чистенькие. И вообще там пластик, а тут керамика. Фарфор, все красиво. Вот эти для хлеба там все, были все тоже. Чистенько. Тоже для хлеба тоже. Нормально. А там все с пылью какой-то. А какие столовые приборы? Прям блестят. Все блестит, все как не односортится. О, спасибо. Это что? Это мидии, сливочные мидии. Соуса. О, красота. Как красиво. Красота. Так, вот теперь ты меня сфоткай. Людочки мидии пришли, а я борщичок мой любимый буду кушать. Вот с такими горячими лепешками. Балык, сфоткай меня. И телефон. Сейчас. Пробуй. Ну, я не я надо хочу, меня чтобы... снимать. Ну, нет, ты аккуратненько попробуй и скажешь. Очень вкусно. Мидии в каком соусе? Сливочно. Сливочный соус. С овощами. Очень вкусно. Очень? Угу. Красивая подача такая. Так, ну, приятного аппетита. Давай. Обед с таким прекрасным видом. Море, горы, красота. Володя, не хочу. Что делаешь? С лимоном выливаю сок. Все, иди. Что, с лимонным соком вкусно, да? Я сметанку закинул. Сейчас сальцем, с лучком. С терминалом немножко проблем. Ладно, хорошо. Так. Что там? 1030. Борщ. 400, мидии 430, лепешка 200 рублей. 1030 рублей. Ну вот у меня 5000. А это, наверное, для этих вечевых, да? Ну вот у меня, или если у тебя есть деньги, у меня есть
Нет у меня под расчет, чтобы давал. Нет, у тебя 1000 есть? 100 рублей есть, да? Без дачи там. Ну, конечно. Все? Да. Так, ничего не забыли? Все, собрался. Все, камеру оставляешь? Все вам понравилось? Все понравилось, все замечательно. Я уже чуть себе мидии не заказал, но у меня уже одного борща наелся. Хорошо, если вдруг там видео буду, можно не попадать? Хорошо. Просто хорошо. Я сам артист, скоро я сам поднимаюсь. Артист? Да. Так да. Наоборот, реклама артисту. Не, в таком состоянии. Как звать тебя? Мне Блэк Афгана выйдет. Как? Блэк Афгана. Блэк Афгана? Да, ты я кто афганец. Кто по нас? Афганец? Да. Хороший. На. Спасибо. Че? Афганец он. Блэк Афган, что-то такое. И чё? А? И чё? Ничего, я спросил, как звать. А. Я говорю, я чуть мидии не заказал. Говорю, ну уже наелся борщом.